Волгограде прошел первый в этом году субботник в рамках акции «Вода России». Торжественное открытие уже по традиции будет приурочено к Дню Волги и пройдет в 20-х числах мая. Но для большей эффективности было принято решение начать уборку уже сейчас. Инициаторами раннего старта выступили сами местные жители. Их поддержал областной комитет природы. Неравнодушные люди, комитет природных ресурсов, экосовет, общественные организации сегодня, не дожидаясь начала половодья, пришли сюда, чтобы очистить берега нашей реки Волги от мусора, который скопился здесь за сегодня. Убрать берег Волги в самом центре Волгограда пришли неравнодушные жители, представители областного комитета природы, общественных организаций, студенты вузов. Все те, кому не безразлично состояние окружающей среды. Кстати, место было выбрано не случайно. Это место мы выбрали, потому что скоро паводок, и для того, чтобы этот весь мусор не ушел дальше по течению, мы решили эту локацию убрать. Для того, чтобы не было загрязнений ни в центральном районе, ни в Кировском, ни в Красноармейском. Тенденция меняется, и люди становятся более правильным эко-мышлением. Но их надо подталкивать. То есть им нужно все равно показывать, рассказывать, доказывать, для чего это делается, для того, что будущее наше поколение не только сегодняшним днем надо жить, но и будущим. Акция собрала порядка 200 человек. Удалось убрать 10 кубометров мусора, который отправится на переработку. Погода в этот день сделала участникам субботника подарок. Было тепло, светило солнце. Наверное, природа намекает, вы все делаете правильно. Например, Ксения учится на направлении экологии и природопользования. На вопрос, почему решили стать участником акции, девушка ответила так. Она очень откликается моему направлению, моему профилю обучения. Также это очень важно для самой реки, так как пойдет половодье. Это все начнет по берегу Волги дальше разноситься. Я думаю, что лучше, конечно же, прийти, убраться, потому что это в моих силах. Мне это несложно сделать. Я думаю, каждый имеет такую возможность. В этом и есть цель акции «Вода России». Жителям пытаются донести мысль о необходимости бережного отношения к водным ресурсам. В этом году в Волгоградской области планируется очистить около 960 километров береговой линии. Участие в субботниках примут более 19 тысяч человек. Анжела Умбетова при поддержке пресс-службы Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Телеканал «Волгоград-1».